Здравствуйте, это прогноз погоды в студии Галина Исаева. Информация предоставлена центром ФОБОС. В предстоящие сутки погожий антициклон покинет окрестности нашего региона и уйдет бороздить просторы казахских степей. Поэтому завтра вся Западная Сибирь окажется в облачных полях. Во многих районах области пройдет кратковременный снег, а температура воздуха достигнет плюсовых значений. Итак, в Тобольске переменная облачность и осадки, ночью подморозит до 8 градусов, днем потеплеет до плюс 4. Вышимет облака, то солнце, синоптики обещают кратковременный снег. В темное время суток термометры покажут минус 5 градусов, светлое – около 7 тепла. В Заводуковске облачный снег. Что касается температуры, ночью минус 5, минус 7, днем 3-5, выше 0. В Ялуторовске похожая погодная ситуация. Пасмурная и небольшая метель, в ночные часы минус 7, в дневные – около 5 тепла. В Тюмени солнце будут сменять облака. Вероятность метели есть, но очень маленькая. Под утро на термометрах минус 7, в полдень плюс 5 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба.